кубковые звезды? Она выиграет это шоу. Даш, похвастайся всем, куда мы летим. Мы летим в Баку на фестиваль «Жара». Йоу. И с каждым годом фестиваль «Жара» все масштабнее. Даша заявлена как хедлайнер фестиваля. Будет ли она исполнять свой хит «Каждый клеточкой»? Даша обязательно исполнит хит «Каждый клеточкой». Ты делаешь мне какую-то тупую дуру. Этот образ собирает аудиторию. Значит, мне нужна другая аудитория, которые слушают мои песни, потому что они честные, про то, что я чувствую, не потому что я жопой и сиськами трясу. Послушай сейчас меня внимательно, и как своего мужчину, как своего продюсера. Ты выйдешь на закрытие фестиваля «Жара» и спрашиваешь, что ты каждой клеточкой, это понятно? Пошел ты! Похоже, мы едем смотреть Баку. Ее нигде нет, трубки не берет. Вам не кажется, что Даша в последнее время уже совсем не та певица, что победила в «Голосе»? Если она послезавтра не выступит, то уволен. Ага, супер, отлично. Вас посадят, обоих посадят. А вы какими судьбами в Баку? Мы приехали посмотреть город. Че, бессмертный, что ли? Сейчас мы увидим самый настоящий азербайджанский батл. Передо мной, вот, не надо выступать. Я все равно тебе не буду уступать. Мою нескромность вы мне простите. Хотел бы пожамкать я ваши тети. Что-то, пожалуйста. Ты представляешь, если кто-то нас в городе увидит с другой девушкой накануне свадьбы? Мне хана. Не поступай так со мной. Это моя жизнь. Это мое решение. Быть может, мы с тобой. Просто это все. Ну, я не знаю, это какая-то глупость. Глупость — это то, что я поверила тебе. Меня сводишь, тобой замирает. Из-за тебя набросила меня. В смысле из-за меня? Я не врала твоей девушке, да ты ей врал. Но я хотела бы выйти замуж за человека, который придет сам и извинится лично. Здравствуйте. Представляешь, вот такая херобора каждый год. Это круто. Гриш, ты что, совсем, что ли, обалдел? Ты когда-нибудь такое видал? Я в Турцию раньше летал. Чартером. Сочувствую. Если хочешь идти, иди. Если хочешь забыть, забудь. Но не забудь пойти в кино 5 сентября.